На членство в НАТО Украине в скором времени рассчитывать не стоит. Такое мнение выразил бывший посол США в нашей стране Стивен Пайфер в интервью изданию «Новое время». Дипломат считает, что украинские власти недооценивают сложность процесса присоединения к альянсу. И к тому же, по словам Пайфера, членство Киева может обернуться для НАТО войной с Россией.